Мамулька, доброе утро тебе. Мамулька тут хлопочет с утра пораньше. Да, да конечно, с утра пораньше. Я ветка делаю, то одна. В общем, что у меня тут? Фарш смешанный. Отварила я пшено. Вот она, пшенка. Ага. Я ее отварила. Одно яйцо сюда разбила. Теперь. Добавляем сейчас вентилятор. Еще. Соли. Ну, надеюсь, хватит она, да? Не как знаю. Думаете, а то я пересолю. Да, пересаливать не надо, лучше не достать. Туда я перец красный сладкий добавлю. Угу. И добавлю... Так, лук, чеснок я не буду добавлять. Я добавлю базилик. Аж смешанная свинина, говядина. Да. Курятину не видно. Угу. Ну, хватит. Твоя панировка у меня будет, и в духовочке я сделаю. Быстренько. Что-то все дело, сейчас я уберу это, чтобы не мешалось. Ага. Так, пока мама убирает, Буська умывается. Так, будем толочь малину, отец привез. А вот это будем перебирать. Так, вот руку уберут. Перемешиваем. Ох, как лист много пишет. Шарики будут. Да. Я думаю, да. Еще что ли мне на яйцо разбить? Будет держаться, нет? Давай, набью, сейчас я достану. Да не надо больше, Игорь. Надо. Что я... Можно сделать вообще, это... Надо будет еще разбивать. Можно будет... Вообще 4... Как, не двойная панировка, а 4 раза панировка. 2 раза в сухарях, 2 раза в этих... В общем, хорошо, я сейчас перемешаю, вымешаю это все. Вот. Духовочки. Это у нас тут еще сегодня целый день с ягодой водится. Игорь еще тоже не доделал. Да я-то потом сделаю, там ничего не будет. Кстати, пробовал варенье? У нас еще малина и жимолость прибавилась. Варенье не пробовал, какое получилось манговое? Нет. Никогда. Я пока подделала, пока это чуть не пробовала. А то, что готовить-то надо, что-то фарш стоит. Ну, в общем, вот я вымешала это все. Без лука не хочу. Лука не хочу. Чеснока. Это потом будет в другой раз уже. Ну, в общем, вот так вот. Буду прямо на листике духовочки запекать это все дело. Угу. Ну, в общем, будем делать панировку. Вот. Панировочных сухарей. Делаю большие такие вот. Не буду я руку смачивать, потому что тут сейчас будет и в яйцах. Угу. Это дело. Вот так вот, чтобы мне удобненько так было. Нахлюпаем. Поехали. Да, немножко. Иди на окошечко. И вот так вот. И в сухариках. Сухари их надо их, это они уже... Желательно бы все их использовать. Угу. Ну, котлетины. Большие они еще это. Потому что фарш-то это. Он еще маленько. Чуть-чуть. Может не совсем, но жарятся. Хорошо, обсыпем. Вид фарш я его вот использую, что кушать надо, это целый печка одна, духовка одна,
Так, я вытащила еще это. Хотела супчик сегодня с колбасяткой. Да, да. Вот это еще. Вермишелька, ну не знаю. Получится, не получится. Может завтра сделаю. Смазывать мы ничем не будем. Кого? Вот здоровая. Кушал так, кушал уже. Ай, духовку не включила. На сколько градусов? Подожди, у меня там еще банка. Ну так вот, да? Пол-литровая. Стоит. Да. На 100 градусов. Баночки. Пока я сюда. А эти у тебя две банки? Эти пусть будет. Они у меня под закатку, а те, нет, они прокаливать их перед самой вот этой. Еще сегодня банки надо опять мыть, прокаливать. Сегодня под обычную закрывашку, та ягода пойдет. Под обычную закрывашку. Так а у нас таких банок уже нету, у нас таких вот, таких придется в такие выкладывать банки. Кто тебе сказал, что таких нет? Есть, там банок много. Ну, банок много у нас, понятно, но у нас они это... Под закрывашку. Закруткой. Вот такой. Ой, сейчас я открываю. Потому что рвали, спешили. Шарики. Все, вкусная, Мишка. Не ускорила, вкусная. У нас сегодня не войдет даже. Ага. А нет, войдет. Вот еще штучки. Войдет? Войдет. Новенький. Конечно. Не войдет, поможем. Так, я так понимаю, мы их ничем не смазываем. Они чисто пойдут в духовку. Духовка прокалится. Нагреется. Что страшного? Да? Нагреется. Ладно, тогда с мамой мы увидимся. Давай духовку сейчас докину. Да, пусть она доделает, моет руки, здесь все закидывает в духовку. А мы пока сейчас перейдем в другое состояние. Ждем уже, когда приготовится. Так. Обед готов. Процесс у нас идет. Коружечек маленький. С маслицем. Масло отливочного. Уши не ломай. Вкусного. Поехали. Как это стоять?
что я мучаюсь? Посадочка, то я буду это долго накладывать. Некогда. Работа везде кипит. Или я не тут корни перевернула эту вот клип. Вот. Не той стороной надо блестящей, да, пергаментной бумагой. А я еще. Ну как всегда. Подожди, мне там маленько. Что маленько? Где там маленько? Так. Немножко маленько. Ну, хлеба. Так, вот это вот тебе накладывайте. Где-то вот там маленько хлеба. И ложку, вилку. А, бать. Где-то маленько. Вилку, вилочку. И кинь маленько. Да я тебе еще одну котлетку. Не надо, я не буду, пусть там на противень не лежит. Куда? Будешь? Я и не буду ее куда пускать. Опять жарко. Так, мне вилочку. Ложечку. Да. Так. Накладывайте вот эту штучку. Ладно. Надо доедать эту штучку. Боже мой. Пойдемте кушать? Давайте. Так. Сюда. Приятно. В общем, огурцы просто я их. Так, дай еще 4 огурчика. Так. Будешь? Ты тоже попадешь, да, да. Давай. А это будешь, папулька? Нет, она вкусная, потом лучше сейчас так. А ты будешь потомку? Так, тут дай кому. Не надо. Ну поставь, если будешь. Не хочу. Так, вот эти вот просто их надо кушать. Присаживаемся уже по второму. Далеко подвинем. А мы еще не ели. Сейчас я переставлю. Ну как отлетки под вот. Машинка стирает. Кетчуп там. Кетчуп достать? Будешь кетчуп? Где он? В каком холодильнике? Как? Здесь. Нету. Кусок. Да. А уже доедать надо. Доедать надо. Ладно.
Всем приятного аппетита. Чувствуется солька. Но они мягкие. А ты будешь вот кетчуп? Нет. Ты хочешь возьми сметанку? Вполне хорошая. Огурчики просто безобсевые, просто почистила. А вот эти фасоль с грибочками. Ты будешь, нет? Нет. Что? Там на рынке много народу? Ну, наверное. А нет, наверное, да? Не как очень. Обычно. А? Не очень. А сегодня пятница. Там многие еще это. Завтра должны быть более-менее. Многие ползают по супермаркетам. Да. В основном эконом магазины по рынку. Знаешь, по супермаркетам есть народ, но не так много. В маркетах то же самое. А цены, конечно, это дороже. Не всегда. Что-то дешевле, что-то дороже. Простите, извините. В больших городах уже нету рынков, как у нас. В больших городах у нас там. Трез загнулся, рынок был. Там единицы только остались. На 300? Ну там только единицы, там внутри-то ничего а нет. А это Саянский рынок тоже закрылся? Саянский закрылся, и вещи, и все переехало. Угу. У нас в городе было мини-3 рыночка, а еще 4-й был на 9-м. А сейчас вообще нету. Ну один только вот так. В основном большие магазины, да, в эти свои эти точки. Мало банок. Под малину и под это мало банок. Их надо это допустить. Такая идет. А крышечки вот эти вот, которые подключены. Пока свали не пускай. Там
сейчас скажу. Чего-то там опять. Кто-то за кем-то бегает. Телевизор, там машинка стирается, сушит. Анюшка это делает, смотрела. А она это делает, смотрела. С одной стороны, не чувствуется, что здесь каша котлета. Ну, это как вообще попроще. Что там играется? Много, и все равно пшено его надо кушать. Не будешь только одну кашу. Слушайте, наверное, производители я молочную кашу варю. Добавляют, наверное, это пшено же, да? Вот пшено вообще не чувствуется. Наверное, все-таки крупы добавляют вот эти производители в свои изделия, котлеты и прочее. Это я, Игорь, купил пачка. Там а идет общий вес 400 грамм и 6 этих вот упаковочек. Это сколько? По 65 грамм примерно. Общая сложность в этом вот. Он кипятки варишь в подсоленной воде. Не помню сколько. 20 минут что ли варит. А я проварила их. И еще оставила температуру, добавила. И вообще она вот эта вот сумка, ну она не знаю, что это делается, но она, короче, это... Куда залезла? Куда залезла? Да пусть сидит, пока они там, это, что они? Пусть не уходят, что они? Пусть не стирать всё. И оно, вот она, такая, ну она чистенькая там, то не горькая. Обычно ты покупаешь, она грязная, ее перебираешь, в кипятке несколько раз я ее вытяжу, чтобы горечка как-то выходила, и их как-то отвыкнуть поточно это. У меня 3 пакета. Ну вот так вот, если отварить, хватит одного пакета покушать. Ну, что еще сушенка? Варят супчик, добавляют. Обжаривают на кубочку, тут там, может на бульоне, может с мясом каким-нибудь. А что еще делать? Помнишь, у тебя царство небесное, а папа твой? Он любил пшенную кашу на сковороде, да? Да, все на сковороде готовится. Вот что ты можешь приготовить на сковороде? Я делала на молоке. Мы делаем. А тут можно, также ее промываешь, это, чтобы она готова была. Обжариваешь лук, морковку, это тоже добавляешь в сковороду. Сумку эту, кулички наливаешь, подсаливаешь их. Пожалуйста. Как гарнир и как отдельное блюдо. Так, огурчики едим. Да, я набрала огурцов. Едим. А теперь сынок упирается, ну кушай. Не, ну наелся, да. Ой. А то что наелся, она выпала ружек. Я отварила там грамм 300, наверное, ружек эти. Не помню пачку. А с чем-то верим, куда? Я сейчас ручки сильно копирую, намечу потом. Огурцы и трошки еще. Жалко, у нас заранее прекращается. Котлеты? Что, котлетки? Ну нормально. Нет, это отличные котлеты, кстати. Только туда я не добавляла ни лук, ни
Не, отлично. Не, это не чеснок. Просто базилик тупой и паприку. Ну, перец сладко. Соль и одно яйцо. Нормально. Ой. Ладно. Если как хотите, конечно, можно сделать. Ведь же надо что-то. Семью кормить надо. Но если хотите, сделайте подливу. Муку обжарить? Да. Что туда в муку идет? Масло? Нужно на сливочном масле. Сливочное масло, мука и все. Да, и обжариваешь ее. И кипяточком начинаешь помаленьку это. Ну не кипяточком, а таким тепленьким. Тепленькая водичка, не холодная. Постепенно начинаешь лить воду туда. И начинаешь все это перемешивать. А потом соли добавляешь по вкусу. Вот, вот я какой вам будет это. Тысячу лет подливку не делали. Да, если она еще... С картошкой потому хорошо. Потому что она, да, еще... Она чем дольше еще подстоит, она будет густить. На густую не надо мукать. Муки много не надо, то будет там каша. А потом соль, специи и все. Можете сметану еще добавить. Ну, то как. Котлетки получились зачетные, отличные, прям такие мягкие, сочные. Здорово. Да, Нюшка? Нюшка! Моя девка. Все, улеглась. На место хозяина улеглась. Угу. Все, пусть лежит. Ну, все же я везде хозяйка. Да. Ладно, всем вкусняшек, отличнейшего настроения. Владимир Васильевич, пока-пока. Вам, Галина, спасибо за такой замечательный обед да ужин. Всем пока. Да. Игорь поставил эту. Чего? Дай вазочку. Покажи вот эту вот. Что-то. Драконий фрукт, что ли? Не тот ржали надо мной. Эй, что за сопли? А он сладкий. У тебя литров, две пол-литровки, а сегодня я убирала в холодильник, какая штучка. Ты покажи лучше другое варенье. Ну, а которое это? Манго и апельсинка и мандарин. Ну-ка, помешай. Апельсинка и лимончик. Да ту же самую ложку. Ну, он у меня возьми, и это все равно съедать. Ну, зачем я буду жирную? Да там вода просто. Да. У тебя кофе. Так. Вот, помешай. Перемешай. Во. Видела, какая счастье? Говорит, попробуйте. А что оно? Вкусненько. Конечно, вкусненько. Мы попробовали. И то вкусненькое, и это вкусненько. Короче, на тайре там это... Разные варенья, разных видов. А еще будет. И то не все. Конечно. И то 2 литра у Игоря получилось, 2 литровые баночки. И еще сколько варенья. У нас 10 месяцев в году зима, остальное лето. Остальное жара. А там в бутылках вот этих вот... Это пить каждому по бутылке, напиток. Ну, он с мякотью. Берешь, размешиваешь получается. И все с мякотью, да. В руках трясешь и наливаешь, да пьешь каждому по бутылке освежающего напитка. Ангелина, пока-пока. Владимир Васильевич, пока-пока. Анюшка, пока-пока. Так что приготовьте. Всем пока-пока.